Татьяна Чарунова. И сейчас я покажу, как изменить поисковую систему в браузере Mozilla Firefox. То есть настроить нужную нам поисковую систему, которая будет стоять в нем по умолчанию. На данном этапе по умолчанию стоит система Google. Для того, чтобы воспользоваться любой другой поисковой системой, нам достаточно нажать вот сюда на треугольничек и выбрать любую поисковую систему, которая нам нужна. Например, Яндекс. И написать там любой запрос. После этого нажать кнопочку Enter. И мы оказываемся в поисковой системе Яндекс. Теперь давайте проверим, какая же система стоит в браузере Mozilla на данном этапе по умолчанию. Для этого наберем любое простое слово. Вот, пожалуйста, на браузере Mozilla по умолчанию установлен поиск mail.ru. Сейчас мы с вами это изменим. Наберем в поисковой строке браузера слова about:config, жмем Enter. Видим такое объявление: будьте осторожны, а то лишитесь гарантии. То есть нас тут пугает браузер, что изменение настроек может привести к ухудшению стабильности, безопасности и так далее. Мы нажимаем «Я обещаю, что буду осторожен». И перед нами открывается вот такой вот список. Здесь вот в эту строчечку «Поиск» нам надо будет ввести слова keyword.url. Перед нами открывается строчка, где написано, что по умолчанию у нас установлена поисковая система mail.ru. Нажимаем на нее, стираем эту надпись и ставим свою google.ru и так далее. Нажимаем «Ок». Перезапускаем браузер Mozilla. Опять набираем в строке поиска какое-то простое слово. Нажимаем Enter. Пожалуйста. По умолчанию у нас теперь установлена поисковая система google.com. А сейчас я вам покажу, как поменять домашнюю страничку. То есть ту страничку, которая будет открываться, когда мы запускаем браузер. Вот мы запустили браузер, и у нас открылась поисковая система Google. А мы, например, хотим поставить домашнюю страничку Яндекс. Набираем в поиске Яндекс любое, опять-таки, слово. Нажимаем Enter. У нас открылся Яндекс. Мы копируем URL поисковой системы Яндекс. Нажимаем правой кнопкой мыши. Открываем панель меню. В панели меню мы заходим в раздел «Инструменты», открываем «Настройки». Панель настройки открылась. Здесь написано «Показать домашнюю страницу». Мы можем выбрать «Показать пустую страницу», «Показать окна и вкладки, которые были открыты». То есть те окна и вкладки, которые были перед тем, как мы закрыли браузер. А можем поставить поисковую систему Яндекс, который будет открываться при открытии браузера. Вставляем Яндекс. Нажимаем ОК. И теперь, когда мы будем открывать браузер, у нас будет открываться поисковая система Яндекс. Итак, я вам показала, как поменять поисковую систему в браузере Mozilla Firefox. Всего вам доброго, успехов. До следующих встреч в видеоуроках.